1118 году в Иерусалиме был основан новый орден. 9 монашествующих воинов приняли обет бедности. Их печать – 2 всадника на одном коне. Знак нестяжания. Однако пройдут века, и он приобретет иное значение. Воин, а за его спиной сам дьявол. Что за страшный символ? Однако не будем спешить с ответом. Иерусалим. Он был взят крестоносцами на рубеже XII века. Сюда и прорубались через полчища сарацин, осененные крестом воины. Религиозный человек всегда стремился к священному центру мира, туда, где связь с небом наиболее прочна. Животворящий гроб Господень. И поныне рядом с ним находится этот знак. Центр мира. Одним из первых на белом коне в золотые врата въехал герцог лотарингский Годфруа Бульонский, один из вдохновителей завоевания Святой Земли. Пока один из нескольких. Однако вскоре именно его некий тайный конклав изберет правителем Иерусалима, именно его, рыцаря, который перед началом крестового похода отказался от всех своих владений в Европе. Он будто знал, что не вернется, что его ждет другая судьба, королевская. Однако Годфруа принял иной титул – защитника гроба Господня. Через несколько лет король Иерусалима Бодуэн I – младший брат Годфруа Бульонского лично отвел ордену резиденцию. Ранее стоял здесь храм царя Соломона, отсюда и название – храмовники или тамплиеры. Странно, хронист Бодуэна I умалчивает о первых годах тамплиеров. Недомолвками их история полна с самого начала. Формально целью ордена стало сопровождение паломников через населенные воинственными сарацинами земли, но могли ли выполнить эту задачу 9 рыцарей, упорно не желавшие расширить свой состав? На еще один вопрос наталкивает пилигрим Иоганн фон Вюрбург. В середине XII века он писал: «Под зданием ордена расположены конюшни на 2000 лошадей». Это для 9 человек? Что за гигантские подземные пространства на месте храма расчищали братья? Что-то искали? В 1956 году в Манчестере расшифровали один из древних так называемых кумранских свитков, найденных на территории Израиля у Мертвого моря. В них содержался намек на неоценимые сокровища Соломонова храма. Они были спрятаны перед его разорением римскими легионерами в 70-м году после Рождества Христова. Возникла легенда. Храм хранил не только золото, но и документы о генеалогии иудейских царей. Их наследники после разгрома Иерусалима римлянами якобы бежали в земли франков и основали королевскую династию Меровингов. Она правила в раннем Средневековье на территории Западной Европы. Итак, фразы из кумранского свитка, провалы хронологии, туманно откомментированные недомолвки старинных источников. Из всего этого, надев белые перчатки, какие-то игроки в бисер сложили эффектную историю меровингов, длинноволосых королей. Длинные волосы – лишь бисеринка. Эту деталь
стали подчеркивать недаром. В древности длинные волосы космы символизировали льва, знак колена Иудина, из которого происходил сам царь Давид. Но лев был и знаком колена Данова. Самый знаменитый потомок патриарха Дана, наверное, могучий Самсон. Как мы помним, вся сила Самсона была именно в волосах. Итак, напомним основные вехи интересующих нас событий. В раннем Средневековье династия Меровингов правила значительной частью современных территорий Германии и Франции. Договор с этой династией в конце V века подписала Римская Церковь. Впоследствии, однако, именно при поддержке Рима произошло свержение Меровингов, и на смену пришла другая династия – Каролинги. Наверное, самый знаменитый из них – Карл Великий. Именно он первым из христианских монархов Запада был коронован как император. Для этого папа римский Лев III воспользовался формальным поводом. В это время на византийском троне была женщина, императрица Ирина. Именно Каролинги создали Священную Римскую империю, точнее, направленную против православного Востока, против Византии, антиимперию. Она рассыпалась лишь тысячелетия спустя при Наполеоне. Замечательно, кстати, Чучев об этом писал. Он писал о том, что Наполеон до самого своего поражения так и не понял. Именно Россия была его истинным противником. Борьба между ним и ею была борьбой между законной империей и коронованной революцией. Что такое история Запада, начавшаяся с Карла Великого и завершающаяся на наших глазах, пишет Тютчев. Это история узурпированной империи. Папа, восстав против Вселенской Церкви, узурпировал права империи, которые поделил как добычу с так называемыми императорами Запада. Наполеон ознаменовал последнюю, отчаянную попытку Запада создать себе местную власть. Попытка эта провалилась, ибо невозможно было извлечь власть из революционного принципа, пишет Тютчев. Кстати, недаром многие льстецы называли императора Наполеона воскресшим Карлом. Последним из царствовавших Меровингов был Дагоберт II. Его убили предательски во сне, ударом копья в глаз. И тут же началось истребление всех потомков его. Но, кажется, уничтожить удалось не всех. Пройдут века, и Жанна д'Арк стремительно войдет в королевскую залу дворца Шинон. Но царствовавшего в то время каролинга Карла VII не окажется на троне. Он успеет смешаться с толпой придворных. Это не было шуткой Карла. Карл понимал, орлеанская девственница принесла послание от кого-то, кто был выше его. И действительно, Жанна подошла к нему и просто сказала: «Любезный сеньор, я прибыла к вам от короля». Еще кусочек бисера. Такова тщательно лелеемая легенда. Намек на то, что скрытый, потерянный король продолжал царствовать. Продолжал, несмотря на то, что формально царствовали другие. Продолжал только в силу своей принадлежности к роду Меровингов. И особые посланники из века в век напоминали об этом тем, кто находился у кормила видимой власти. Легенда. А если в этой легенде все же есть доля истины? Странный поступок Карла, странная траектория истории, она как будто отклоняется от своего естественного хода, и как будто на нее влияет какое-то невидимое тело, какая-то гигантская черная звезда. Так что же, орден тамплиеров был неким сообществом кладоискателей? Но если это так, то кто столь сведущий в тайнах храма послал их?
Тамплиеров протежировал граф Гуго Шампанский. Некоторые исследователи утверждают, будто и он относился к роду Меровингов. Именно граф мог сообщить храмовникам семейную тайну сокровищ. Укрепление Иерусалима требовало денег. И тут его король Бодуэн I, якобы также потомок Меровингов, получает золото. Но главное – документы, подтверждающие его священную власть. В Палестине с храмовниками общался знаменитый поэт XII века Вольфрам фон Эшенбах. В своей поэме «Парсифаль» он обращает внимание, главным достоянием тамплиеров была чаша Грааля. Некоторые считали чашу чудодейственным сосудом, куда после распятия Христа якобы была собрана его кровь. Другие утверждали, чаша лишь символ. На самом же деле это секрет генеалогии иудейских царей, и филологическим доказательством являлось созвучие слов «Святой Грааль» и «Сан-Грояль», что означает «королевская кровь». Подмена, основанная на похожести, созвучии – любимый фокус дьявола. Деревня на юге Франции – Рен-ле-Шато. Здесь, в старинной церкви, где покоятся мощи Дагоберта II, в XIX веке служил священник Саньер. Во время ремонта храма в одной из колонн он обнаружил древние шифровки. Лукавый каббалистический метод позволил прочесть слова «Царь мира», «Сион». Игра в бисер продолжалась. Так была нащупана связь шифровок с аллегорической картиной старинного художника Пуссена. Бедный священник Саньер превратился тем временем в несметного богача и умер, окруженный весьма причудливым почетом. Его тело было выставлено сидящим на троне, и многие почетные гости из Парижа прикладывались к краю одеяния мало кому известного кюре. Уже в наше время английский исследователь Генри Линкольн и его коллеги в ряде книг и фильмов слепили из всего этого бисера предельно масштабную картину. Они оттолкнулись от франкской легенды о Меровингах, точнее, о Меровее, рожденном от морского чудовища. Намек на заморское происхождение основателей династии авторы трактуют весьма кощунственно, что у Христа якобы были дети, и что именно они, бежав из Палестины, прибыли на юг Франции, породнились там с франскими королями и основали династию Меровингов. Поэтому Грааль, царская кровь, это якобы Иисусово потомство. Об этом якобы и говорят шифровки из Рен-ле-Шато. Так, в центре лукавой мозаической композиции оказывается апокрифический Иисус, наследник царства Израильского, и его потомки, Меровинги, в том числе якобы и многие ныне здравствующие аристократические рода Европы. И далее, взявшиеся вернуть им трон тамплиеры и, наконец, некая тайная сила, которая стояла уже за тамплиерами. В данном раскладе, кстати, Иисус всего лишь земной царь и основатель династии. И это очень характерно для пресмыкающегося, неспособного подняться к небу человеческого ума. Ему Спаситель видится только таким, каким хотели видеть его иудеи, кричавшие «Осанна! Осанна!», но распявшие его, как только он не оправдал их приземленных надежд. В этом контексте для нас интересно само происхождение легенды о чаше Грааля. Вольфрам фон Эшенбах пишет о том, что исходная рукопись об этом была найдена в свое время в Толедо, в испанском городе Толедо. Но кто же был ее автором? И вот цитируем Эшенбаха. Один язычник по имени Флегетанис был очень уважаем за ученость. Этот большой знаток природы происходил от Соломона. Его родители принадлежали к одной израильской семье в очень давние времена, когда святое крещение еще не оберегало людей от адского огня. Это он написал историю Грааля. Флегетанис поклонялся тельцу.
Язычник-флегетанец умел предсказывать исчезновение каждой звезды и момент ее возвращения. Все земные события определяются движением светил. Он говорил, что существует предмет, именуемый Граалем. Это имя он ясно прочитал по звездам. Войско ангелов положило его на землю. С тех пор о нем должны были заботиться люди, ставшие христианами, и такие же чистые, как ангелы. Итак, святыню эту христианам вручает некий язычник, он же потомок Соломона, он же астролог, он же колдун. Именно в Толедо, где якобы была найдена рукопись о чаше Грааля, был центр по изучению Каббалы. Другой подобный центр располагался в Труа, где находился двор графов Шампанских. Во времена Готфруа Бульонского им управлял Раши, знаменитый каббалист Средневековья. Именно здесь взлелеивалась идея крестового похода в Иерусалим. Именно здесь позднее на церковном соборе 1228 года был официально признан орден тамплиеров. Не здесь ли и располагалась та самая тайная сила, которая стояла за храмовниками? Согласно этой логике, сами крестовые походы были организованы для того, чтобы вернуть утерянный в древности трон. Трон Иисуса, но ведь он отказался от земного трона, вызвав тем самым ярость иудеев. А раз так, то не потомки ли распявших его снова заговорили об этом троне? Или это просто чья-то игра фантазии порождает эффектные легенды? Вскоре храмовники стали главной ударной силой в сражениях с сарацинами. И даже когда королевство Иерусалимское ослабело, лишь дисциплина и стойкость тамплиеров долгое время спасали от полного военного краха. Однако постепенно рыцарский дух начал вытесняться каким-то иным духом. В середине XII века из-за измены тамплиеров был потерян Дамаск, укрывшегося у храмовников христианского египетского принца. Они выдали за 60 тысяч золотых врагу. Вскоре 12 членов ордена были повешены за странную сдачу крепости на Иордании. Странное дело, чем больше было военных поражений, тем больше богател орден. Он словно получал деньги из какого-то незримого источника, словно по какому-то загадочному договору. В 1290 году Иерусалим пал. Затем орден обосновался в Европе. Здесь только число рыцарей превысило 15 тысяч. По Ближнему Востоку и Западной Европе было разбросано 5000 командорств. Они являлись не только крепостями, но и ячейками финансовой сети. Именно тамплиеры изобрели векселя. По ним можно было получить требуемую сумму в любом месте. Но как орден рос численно? Ведь храмовники приняли обет безбрачия, они не могли пополнять ряды своими сыновьями. Автор устава святой Бернар был прозорлив. Получив белый плащ, посвященный узнавал, что вместе с ним тамплиерами становились все его родственники. А ведь древние аристократические рода охватывали своими генеалогическими древами многие страны. Получается, что устав тамплиеров был основой для создания некого сверхнационального и даже сверхгосударственного сообщества в Европе. Откуда же был взят этот план? Конечно же, масштабы его были таковы, что он не мог не быть религиозным по своей природе. А так оно и есть. Вот где
надо усматривать корни этой столь популярной ныне идеи глобализации. Теперь мы ее называем так. Итак, я цитирую. Цитирую не что-нибудь, а Талмуд. В эпоху Машиаха все люди объединятся в единое общество, чтобы исполнить божественный замысел и установить царство Всевышнего. Машиах станет царем не только над евреями, но и в некотором роде правителем всех наций. Вот истоки создания нынешнего мирового правительства, вот истоки давних тамплиерских устремлений. Вот каковы, конечно же, были масштабы того храма, воссоздать который так хотели тамплиеры и так хотят их нынешние преемники. Наши предки, крестоносцы, хотели объединить в едином братстве подданных всех государств, дабы со временем создать новый народ, который, представляя многие нации, соединил бы их узами добродетели и науки. Странно, но ведь новый народ, объединенный Христом, христиане, уже существовал. Да, имелось в виду какое-то иное единое сообщество. Процитированные слова были написаны одним из основателей шотландского масонства Рамсеем. Знаменательное авторство. И еще одно невиданное по тем временам качество ордена проистекало из его устава. Он разрешал рыцарям контакты даже с отлученными от церкви ради спасения заблудших. Это проявилось во время гонений инквизиции на еретиков-катаров. Многие из них вступили в орден, находившийся в прямом подчинении папе римскому. Катары утверждали, людские грехи искупались не смертью Христа, а его жизнью. Отсюда неприятие символики креста. Тамплиеров и этих еретиков связывали особые отношения. Старинное правило гностических сект звучало так: «Давай клятвы, делайся клятвопреступником, лишь бы только не выдал секрета». В чем же был секрет? Что держалось в тайне от христианского сознания? Представления катаров о мироздании отталкивались от видимых несовершенств нашего мира. Задавался вопрос: разве мог все это создать Всеблагой Бог? Ответ звучал однозначно – нет. Мир этот создан низшим, злым богом, и если хочешь успеха здесь и сейчас, поклонись ему, Люциферу. Гностический символизм, кстати, мы находим и в уже известной нам церкви Рен-ле-Шато. Рядом с несущей чашу Грааля Девой Марии мы видим демона Асмодея – странный персонаж для христианского храма. В марте 1306 года в Париже возник бунт. Король Филипп IV, кстати, внук русской княжны Анны Ярославовны, укрылся в Тампле, резиденции храмовников. Именно тогда он сумел оценить их сокровища. Его манило золото, его раздражал растущий долг тамплиерам, его пугало их могущество. В свое время он помог зайти на папский престол Клименту V. Но до того король выдвинул 5 условий. 5-й пункт был тайным. Наконец, час пробил. 1307 год, 15 мая, Пуатье. По приглашению Филиппа папа прибывает во Францию. И тут выдвигается 5-е условие. Тамплиеры должны быть уничтожены. Поколебавшись, Климент дает согласие. Вскоре король рассылает верным людям запечатанные письма. Вскрыть их предписывается в ночь на 13 октября. Это был приказ о немедленном аресте храмовников. И вот залаял пес инквизиции. В считанные дни командорство и сам Тампль в Париже захвачены. И
странное разочарование. От несметного богатства ордена не осталось и следа. Слуги Филиппа Красивого не нашли ничего. Горы золота, как будто в какой-то волшебной сказке, превратились в мусор. Не так ли со временем, и, может быть, даже уже скоро, в прах превратится и золото 21 века, и многие с удивлением обнаружат, что это всего лишь зеленая крашеная бумага. В далеком 14 веке инквизиция сформулировала обвинение. Попирание ногами креста, ритуальное сожжение детей, содомия, подмешивание пепла умерших рыцарей к пище братьев. Наконец, поклонение идолу, голове Бафомета. Некоторым арестованным хватало сил на дискуссии. Сжигания детей не было, было посвящение огнем. Этот ритуал, кстати, вошел в практику современных масонов. Кадры, снятые в ложе шотландского обряда. Некоторые подсудимые объясняли отречение от Христа проверкой силы веры. Другие говорили, что это было испытанием послушания старшим. В любом случае, такой тест позволял отобрать людей для внутреннего круга, ступени посвящения, изобретения храмовников. И оно взято на вооружение всеми последовавшими за ними тайными обществами. Je m'y engage. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous mentiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez! Buvez! Исследователь обращает внимание на одну очень интересную деталь. Цитата. Признание тамплиеров на суде о том, что они имели тайный статус и тайно совершали гностические ритуалы, иногда опровергаются на том основании, что они якобы были получены с использованием пыток. Суть этих признаний, однако, была подтверждена не только признаниями английских тамплиеров, которых не подвергали пыткам, но также обнаруженными в Ватиканском архиве документами тамплиеров. Среди них копия официального устава ордена 1205 года и тайных положений, составленных для ордена магистром Ранселина. Имени магистра Ранселина не было среди имен известных великих магистров ордена. Историками он был опознан как Ранселин де Фос. Титул магистра, очевидно, было почетным, присвоенным ему как титул параллельной иерархии. В этом тайном внутреннем круге адептов творилось нечто страшное. Потому-то столь трепетно и хранят многие подозрительные сообщества века сего память об ордене тамплиеров. Именно этот орден стал первым, так сказать, трансмутировать средневековых христиан, представителей благородных родов, посвященных сатанистов. И происходило это в достаточно большом масштабе. И вот 13 марта 1314 года. Париж. На еврейском острове ждут казни Жака де Мале, последнего великого магистра тамплиеров. Наконец вспыхивает хворост. Вместе с клубами дыма к небесам взлетает вопль. Папа Климент, король Филипп, не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий. Проклятие великого магистра исполнилось. В названный срок, при странных обстоятельствах, умерли оба гонителя ордена. Мистика? Яды, секреты которых тамплиеры почерпнули на Востоке? Последствия того, что почти одновременно с разгромом крестоносцев Филипп Красивый изгнал евреев, ломбардцев и прочих ростовщиков? Важно другое. Две загадочные смерти дали начало легенде о тамплиерской мести. О, мы еще увидим, как она воплотилась в жизнь. Thank you.
незадолго до казни на стене каземата замка Шеннон Жак де Мале выцарапывает рисунок. Огромный сияющий карбункул, тот самый, что по католическому преданию выпал из короны Люцифера при его низвержении с неба. И это наследство тут же подхватили чьи-то руки. Проклиная храмовников, Климент V заявил, что впредь под страхом отлучения название ордена тамплиеров не будет больше упоминаться. Никто больше не станет в его ряды, никто больше не станет носить его одежду. Но получилось иначе. Всадники ереси с лапчатыми крестами на груди век за веком вновь появляются на духовных дорогах Европы. И всякий раз это становится знамением предстоящей катастрофы. О них вспомнили в конце 17 века, когда, кажется, первые масонские ложи были созданы в Британии, в стране, приютившей в свое время изгнанных из Европы храмовников. Существует легенда, что часть тамплиеров переселилась в Шотландию, небольшая кучка буквально. По преданию, вот именно этот орден и дал как раз такой тамплиерским степеням современного дал начало тамплиерским степеням современного масонства. Свержением монархов и антихристианством были обуяны все тайные общества, называвшие себя последователями храмовников. Это были и революционные тамплиеры барона Хунда в Германии 17 века. Свою подписку о неразглашении их тайн, вот эту, дал даже Гёте. Это были и розенкрейцеры времен Французской революции, когда разрушение Бастилии, построенной на месте бывшего тампля, стало символическим актом. Это был, наконец, и орден восточных тамплиеров, стоявший среди других у истоков фашистской идеологии. Значит, именно храмовники стояли у колыбели вольных каменщиков, строителей духовного храма Соломона. Если это так, то стояли они с камнем за пазухой, старинной, идущей от Жака де Мале клятвой мести, и с ненавистью к Богу и христианскому трону. Еще бы! Иудеи, тамплиеры, масоны – преемственность именно такова. Итак, в Германию середины 18 века тени храмовников призвал из небытия некий барон Хунд. Он создал орден строгого тамплиерского послушания. Возникает вопрос – строгого послушания кому? Английские исследователи пишут, эта система названа обрядом строгого послушания из-за клятвы, требующей беспрекословного послушания неизвестным старшим и запрещающей попытки узнать, кто они такие, неизвестные старшие. Похоже, с ними мы сталкиваемся все чаще. Меж тем, на съезде масонов в 1785 году было решено потомка короля Франции Филиппа, Людовика XVI, предать смерти. И вот так называемая Великая Французская революция. В кафедральном соборе Нотр-Дам-де-Реймс в Ризнице хранились две удивительные реликвии – славянское Евангелие и таинственная скляница, из которой был помазан на царстве первый король из династии Меровингов. Хлодвиг. В 1794 году эта скляница была торжественно вынесена и прилюдно разбита членом конвента Рюлем, который, кстати, после этого застрелился. Началась новая эпоха в истории Франции. Христианская Франция закончилась. А корни этой трагедии лежат в том времени, когда каролингами была узурпирована власть царей Меровингов. Реймс не стал Третьим Римом, а франки не стали первородным народом. Через 600 лет хоругв первородности поднимет православная Москва, а крест первородного народа понесет православный русский народ.
Дошла очередь и до Людовика XVI. При скоплении возбужденного народа несчастный потомок короля Филиппа Красивого был обезглавлен. Когда голова монарха упала в опилки, какой-то человек в черном выскочил на помост, обмакнул руки в кровь, воздел их к небу и воскликнул: «Жак де Мале, ты отмщен!» Масонскую школу французской революции прошли и многие основатели США. Один из них – Бенджамин Франклин. В Париже вместе с Вольтером, Дидро, Руссо он входил в ложу «Девяти сестер». Постепенно в США переместился центр финансов и синхронно центр интересующих нас сообществ. Кстати, в один из масонских храмов Америки в городе Чарльстоуне перенесли тщательно сбереженную тамплиерскую святыню – голову Бафомета. На печатях многочисленных американских лож рыцарская символика присутствует не случайно. К началу Первой мировой войны в США было сосредоточено больше масонов высших тамплиерских градусов, чем во всех остальных странах вместе взятых. Эти избранные и поныне объединены в орден, который, как бы вы думали, называется. Официальный масонский справочник Гендерсона дает ответ. Их именуют тамплиерами, храмовниками. Степени вендетты, мести, дают вольным каменщикам право входить в ложи иных стран. Поэтому влияние американцев на деятельность их собратьев по всему миру колоссально. Руку в белой перчатке можно проследить практически за всеми глобальными событиями последнего столетия. Все эти столкновения, кто бы в них ни участвовал, страны Оси и Антанта, фашизм и коммунизм, демократия и диктатура, приводили к одному. Вовлеченные в конфликт империи или квазиимперии слабели, разваливались, а США крепли, словно в истории тамплиеров. Чем больше столкновений, тем больше денег. Вот архивный документ, датированный 17 апреля 1917 года. Он принадлежал созданному в конце 19 века Ордену Восточных Тамплиеров, высший 33-й градус посвящения. В тексте подробно рассматривается вопрос о расчленении европейских империй, мешающих созданию мировой республики. Давняя идея получила еще больший масштаб. И вот окончилась Первая мировая война. Империи разрушены. Что дальше? Пришла пора мирового правительства. На Версальской конференции этой функции пытаются наделить Лигу наций. Однако за кулисы просчиталось. Германия, хотя и перестала быть монархией, быстро набрала силу. Не развалилась и Россия. Для того, чтобы вновь столкнуть эти колоссальные колоссы между собой, потребовались новые усилия. И опять на горизонте европейской истории замелькали эти всадники ереси. Восточные тамплиеры, кстати, предприняли весьма энергичные атаки на сознание Гитлера, Муссолини. Еще один символический момент. В 1942 году нацисты торжественно отметили 1200-летие со дня рождения Карла Великого, Карла Европейца. Их новая попытка создать своего рода священную империю Запада не увенчалась успехом очередной раз, и продлилась она чуть более 10 лет. Одним из тех, кто оказал влияние на формирование протофашистской идеологии, был некий цистерцианский монах Либенфельд. Подобно другому цистерцианцу, о котором мы уже говорили, Бернару Клервозскому, он стоял у истоков еще одной орденской структуры, и она называлась Орденом Нового Храма. Было это в 1907 году. И название ордена, и его белоснежные плащи, и алые лапчатые кресты на груди – все это говорило о той же самой тамплиерской преемственности. Архивный документ, датированный весной 1921 года, свидетельствует, орден Нового Храма входил в Германен-Орден. Он немало пополнил кадрами ряды СС. Недаром в 1943 году философ Эрнст Юнгер писал: «СС превращается в касту новых господ, тевтонских рыцарей или тамплиеров.
Кстати, приводимые нами портреты Жака де Мале, аккуратно завернутые в папиросную бумагу, мы обнаружили именно в трофейных архивах СС. Ну вот, Вторая мировая отгремела. Вместо Лиги наций была создана ООН. Потом при Трумэне рванули американские атомные бомбы, прозвучала речь Черчилля в Фултоне. Однако мистическая подоплека этой большой политики оставалась все той же. При Аденауэре кардинал Фрикс из Кёльна назвал холодную войну реализацией планов Карла Великого. Кто бы мог подумать, в 2000 году зажужжат пчелы с гербами раввингов, и под видом мирных пчеловодов в высокие киевские кабинеты явятся некие важные господа. Им отдадут находящиеся во владении агропромышленного комплекса здания на территории Китаевой пустыни. А потом окажется, что здесь, на святом месте, в 20 метрах от действующего Троицкого собора, свой улей начали создавать украинские тамплиеры. Многочисленные грузовики повезут грунт из подвала переданного им здания. В нем с размахом начнется евроремонт. А когда православные крестным ходом войдут в загадочное помещение, они словно попадут во времена Жака де Мале. Во всяком случае, сразу увидят его искусный портрет на витраже. И рядом другой портрет. На нем мужчина в таком же белом плаще и с мечом, но лицо современное, без бороды. Некто Александр Яблонский, приор украинского тамплиерства. На столах окажется много чего интересного. Значки, печати с Абраксасом. Это чудище с головой петуха и хвостом змеи точно отображает духовную суть тамплиеров. Впрочем, это антураж. Мечи тоже. Правда, один из них с интересной гравировкой. Поздравление с 60-летием заместителя министра обороны Украины генерал-полковника Мехтюка. Горы документов подтвердят, созданный на Украине орден, как и в древние времена, в значительной мере воинский и также весьма коммерциализированный. Множество бумаг, некоторые из них имеют подписи министра обороны, свидетельствуют о весьма интенсивных усилиях по торговле списанной военной техникой. Интерьер здесь интересный. Подборка видеокассет. Конечно, есть здесь BBC-шный фильм «Линкольна» о тамплиерах. Вот некоторые кадры из него. На другой кассете документальная хроника посвящения где-то в Европе самого Яблонского. Наконец, свершилось, ему кладут на плечо посвятительный меч. Все, теперь он рыцарь. А вот в каком-то храме служит загадочный патриарх Максим V, который оказывается протектором современного ордена тамплиеров. В
времена путешествия по Европе Петр I прибыл в Реймс. И здесь русского царя решили удивить. Ему показали таинственное Евангелие, на котором издавна присягали французские короли. Евангелие хранилось в ризнице кафедрального собора Нотр-Дам-де-Реймс. Каково же было удивление, когда царь взял Евангелие и спокойно начал читать. Оказалось, Евангелие было написано на церковно-славянском языке. Запомним этот факт. Вспомним еще одну удивительную историю, которая передается из уст в уста. Это предание о том, что мировинги между собой общались непонятным для внешнего окружения языком. Когда же попало это таинственное Евангелие во Францию? Историки уверены, что Евангелие привезла с собой дочка великого князя русского Ярослава Мудрого, Анна Ярославна, жена французского короля Генриха I. Но возникает вопрос, каким же образом личное Евангелие чужестранки стало церемониальной реликвией венчания на царство французских королей? Так ли все просто в этой истории? В соборе Нотр-Дам-де-Реймс хранилась другая святыня. Известно, что при крещении Франка Рекса диких орд Хлодвига таинственным образом голубка с небес приносит скляницу с остатками того мира, которым был помазан на царствие еще библейский царь Давид. С тех самых пор эта скляница хранилась вместе со славянским Евангелием в качестве наиважнейших реликвий в соборе города Реймса. Вернемся к мировингам. Известно по преданию, что начало рода мировингов положило странное чудовище морское с головой у быка. Именно это чудовище не дает покоя многим исследователям. Кто же был предком мировингов? Один современный исследователь называет мировинга венделиком, и, возможно, в этом есть своя правда. Это событие произошло на берегу Нидерландов, где с давних пор жило племя маринов. Наш славянофил Хомяков считал, что племя маринов, безусловно, было славянским племенем. Именно поэтому мы вправе называть и первого мировея венделиком. Кроме того, мы должны вспомнить, что гербом венедов-мореходов с Балтийского поморья была бычья голова. Может быть, этот символизм нужно видеть в легенде о чудовище из моря с бычьей головой. Какое же отношение имеет ко всему этому славянское Евангелие? Вернемся к моменту крещения. Итак, Хлодвиг, рекс диких франков, крестится в Реймсе. Хлодвига помазует, по сути дела, Дух Святой, принесший скляницу с удивительным миром. Этим актом король франков как бы становится выше византийского императора, получавшего помазание из рук первосвященника. Но Хлодвиг признает приоритет за Анастасием I, императором Византии, получая из его рук всего лишь титул одного из патриций Великой Православной Империи. Баптистерий, в котором был крещен Хлодвиг, сохранился до сих пор в крипте Реймского собора. Огромная чаша баптистерия украшена не латинским крыжем, а хризмой, которая используется в восточном православии. На короткое время мировинги были связаны с родом царя Давида, были связаны Духом Святым, но не кровью. Кровь заработает позднее. Спасшиеся потомки Дагоберта II породнятся взамен права на существование с другими пришельцами из-за моря, из колена Данова. И здесь мы сталкиваемся с мистической целью всей мировой политики. Магическая кровь Дана – это пропуск к будущей власти Антихриста, но согласно каббалистическим ухищрениям она должна быть освящена и кровью законного императора. И вот с помощью денег, революции, последствий браков, разводов, усыновлений, смертей генетическое наследие колена Данова вошли уже скипетры едва ли не всех владетельных династий Европы. Не об этом ли в конце XIX века писал один из крупнейших еврейских авторитетов, писателей Исидора Лейба, цитирую: «Богатство моря и достояние народов сами притекут в руки иудеев. Народ и царство, которые не станут служить Израилю, будут разрушены. Избранный народ будет пить молоко и сосать груди царские». Конец цитаты. Но особое внимание всегда уделялось именно наследникам Хлодвига
и русских императоров, потому что в духовном смысле эти монархи в каждое свое время были единственными в своем роде, единственными монархиями в мире. Все это мы говорим о том, чтобы лишний раз задуматься над вопросом, из какого же рода будет происходить Антихрист. По мнению специалистов, высшие градусы масонства шотландского обряда соответствуют низшим ступеням некой организации, которая известна как Сионская община. Эти архивные документы относятся к 17-18 векам. Они отмечены специфическими печатями. Их главные элементы – три башни, корона, заключенная в солнечный круг, еще одна башня. Сион и означает «сторожевая башня». Об общине говорят так называемые «секретные досье» – папка с документами и публикациями, хранящаяся в Национальной библиотеке Франции. Из досье следует, Сионская община была создана в 1090 году, то есть за 9 лет до взятия Иерусалима, и основал ее Котфруа Бульонский. В то время он жил в своих владениях в Шампане, как раз там, где находилась каббалистическая школа Раши. Новое подтверждение догадки. Не является ли все же эта школа, Сионская община и невидимая нами доселе черная звезда одним и тем же? Не являются ли посвященные каббалисты теми самыми неизвестными старшими, о которых уже шла речь? В секретных досье приводится список всех великих магистров Сионской общины вплоть до наших дней. Здесь немало знаменитостей. Один из последних – известный художник Жак Кокто. Хроника показывает нам его за работой. Кстати, сюжет этой работы тот же самый, что и уже упоминавшегося нам старинного художника Пуссена. По сути дела, это еще одна шифровка. Шифровка той тайны, которая связана с именем аббата Соньера и тайной Рен-ле-Шато. И еще одна интересная мысль, на нее обращают авторы «Священной загадки». Исследователь Жан-Люк Шамей, пишут они, настойчиво говорит о древности Сионской общины и о различии ее членов, цели которых состояли не только в том, чтобы восстановить династию Меровингов. Именно поэтому, настаивает он, и это очень любопытно, не все члены Сионской общины являются евреями. Неестественно ли в данном случае предположить, что таковых было много, если не большинство? Конец цитаты. Вот это да. Оказывается, вполне респектабельные исследования подтверждают мысль, которая некоторым кажется вульгарной, а именно большинство тайных обществ мира управляются из единого центра. И центр этот по своему этническому составу весьма однороден. И вот современный масонский автор Бейли в книге «Дух масонства» подтверждает, масонство выжило в веках, потому что воистину и фактически, питая наше вдохновение и интуицию, нас ведет великая Вышняя Ложа, члены которой не мертвые масоны, а живое сообщество просветленных умов, знающих план Бога. Ни больше, ни меньше. В чем же суть этого плана? Возможно, ответ на многие из тех вопросов, которые сегодня возникали, содержится в словах знаменитого Альберта Пайка, так называемого «черного папы» франкмасонства, которые были произнесены в 1871 году. Он, кстати, по масонской легенде является и хранителем той самой головы Бафомета, которая находится сейчас на территории Соединенных Штатов в городе Чарльстоуне. И так он заявлял: «Для полного торжества масонства понадобятся три мировые войны. Третий из них будет уничтожен мусульманский мир». От себя добавлю, сейчас на наших глазах происходит раскручивание именно этого проекта. Складывается такое ощущение по поводу мусульманского мира. Итак, после этого мы спровоцируем гигантское социальное потрясение, ужасы которого покажут всем гибельность безверия.
революционное меньшинство будет уничтожено, а разочаровавшееся в христианстве большинство получит от нас истинный свет Люцифера». Конец цитаты. Вот, кстати, и известный масон Бейли в своей книге «Дух масонства» утверждает: «Пришла пора дальнейшего одухотворения масонского движения». Это поистине дьявольский сценарий разворачивается на наших глазах. Что ж, так оно и есть. Во всяком случае, из биографической литературы мы узнаем, что как раз тот самый Пайк, ровно как и многие создатели Каббалы, принадлежал к числу людей, которых посещали различные тайные сущности, тайные видения, и диктовали им такой многовековой, долгосрочный план действий, который может быть актуальным, конечно, только для бессмертных существ. Итак, как писал Альберт Пайк, когда большинство людей получит истинный свет Люцифера, тогда и понадобится, востребуется надполитическая идея такой наследственной власти не только в Европе, но, может быть, даже и в мире, и идея власти, освященной, якобы освященной именем самого Христа. Династически эта идея, естественно, уже сконцентрирована в родах герцогов лотаринских, Сен-Клеров, в целом ряде других знатных европейских родов среди потомков того же Готфрида Бульонского. Действительно, похоже, что об особой миссии этих родов кто-то помнил и периодически напоминал буквально веками. Кстати, вот рассказывают, что еще в XVI веке Генрих Лотаринский, он же герцог де Гиз, вошел в один из городов Шампани, той самой провинции французской, где была и школа Роши, как мы помним, в древности. И там его ждал восторженный прием. И все это было бы не так интересно. Интересно то, что те люди, которые собрались на улицах, они кричали ему не какие-то обычные приветствия, они кричали «Осанна сыну Давидову». Еще более интересная подробность. Оказывается, что вот этот сюжет, который я сейчас пересказал, он описан в современной, вполне официальной книге под названием «История Лотарингии». И автором этой статьи является никто иной, как Отто Габсбургский, который носит сейчас не только титул герцога Лотарингского, но и титул короля Иерусалима. Вот какие связи, которые проходят через века, открываются на наших глазах. Но самое интересное, может быть, даже еще и не это. Оказывается, что действительно община под названием Сионская община официально, юридически, уже практически в наши дни, зарегистрирована во Франции. Документы об этом хранятся. Зарегистрирована она в Верхней Савойи. Произошла эта регистрация 25 июня 1956 года. Но есть, кстати, и более поздний след этой загадочной организации. Во всяком случае, 19-20 января 1981 года практически во всех наиболее крупных французских ежедневных газетах промелькнула информация, цитирую: «Настоящее тайное общество, состоящее из 121 члена, Сионская община, основанная Готфруа Бульонским в Иерусалиме в 1099 году, имеет своими великими магистрами Леонардо да Винчи, Виктора Гюго, Жана Кокто. Этот орден только что собрал свой конвент в Блуа 17 января 1981 года. Предыдущий конвент собирался в 1956 году в Париже. Во время этого конвента в Блуа Пьер Плантар де Сен-Клер был избран великим магистром этого ордена». Кстати, лицо этого потомка Меровингов мы видели и можем сейчас посмотреть на него в фильме BBC, который был снят по тематике «Чаши Грааля», Меровингов, тамплиеров. Автором фильма является известный Генри Линкольн. И вот, честно говоря, внешний вид этого аристократа не производит особого впечатления. Dit avoir été comme Cocteau, grand maître du prieuré de Sion, un homme charmant, courtois,
poli, cultivé et surtout discret. En 1979, quand je l'ai interrogé au sujet du prieuré de Sion, il m'a dit « Nous avons cette mission. Et Sion nous a soutenus. » Nous. Qui est ce nous ? Признаться, этот похожий на мелкого клерка потомок мировингов не сказал ничего особенного. И все же, похоже, возглавляемая им сионская община и стала материальным телом той дьявольской мечты, что ползет по земле, ползет, возвращаясь в Палестину. В израильской прессе уже опубликовано письмо президенту США и папе римскому, в которой требуется способствовать восстановлению третьего храма. Письмо подписано человеком, который называет себя Машиахом, то есть по-нашему Антихристом. Еще один пример. На улице Хабад в Иерусалиме уже демонстрируется макет будущего храма. Возвести его хотят уже очень скоро. Недаром восстановить храм Соломона мечтали и даже пытались сделать это самые разные знаменитые люди истории, начиная с Юлианом Отступника. Господь не позволил ему сделать, показал целый ряд знамений. И кончая уже нашими практически современниками, к ним относятся и Черчилль, и Франклин Рузвельт, Труман, лорд Бальфур, кстати, и Наполеон чуть ранее. Кстати, все они являются масонами высших градусов посвящения. Итак, повергнув троны, повергнув законные троны в Европе, в частности, вот эти бессильные мира сего хотели бы возвести на их обломков некий один трон, и восседать на нем должен потомок мировингов, точнее, уже лже-мировинг. Конечно же, лже-мировинг. В древности его предок, или, по крайней мере, как они считают, предок, Годфруа Бульонский, въехал в Иерусалим на белом коне с кем-то за своей спиной, с дьяволом за своей спиной, как мы видим по старинной тамплиерской печати. Теперь его потомок вполне может въехать в Иерусалим на натовском танке, только, конечно, с тем же самым спутником. Кем же окажется этот лже-мировинг, этот лже-потомок Христа? Кем окажется он? Православная традиция, конечно же, дает на это однозначный ответ. Да, не проект ли прихода Антихриста разворачивается перед нами? Или один из проектов, генеалогический? Очередная попытка древнего змея выползти при помощи человека из преисподней. В нем, в Антихристе, дьявол и явится миру, и, блефуя, он уже пообещал Машиаху власть над всем миром, а каждому из иудеев рабов, по 2800 рабов, так говорится в талмудических текстах. Вот те и стараются решить проблему тела, так сказать, для неприкаянного дьявола. Этим лукавым подселенцем, дьяволом, Антихрист ведь будет обуин от самого чрева матери. И вот этот алхимический опыт длится уже веками. Взять кровь рода, представители которой в свое время были помазаны Господом на царство. Добавить магической крови Дановой. Закрепить некоторые специфические свойства близкородственными браками. Кстати, в средневековой Европе детей от таких вот незаконных близкородственных браков называли змеёнышами или драконами. Однажды Господь попустит, и из одного из таких змеёнышей действительно вырастет красный, окрашенный апокалиптическими тонами змей. Мудреная и гордостная идея. Однако дьявол обманет Машиаха.
а тот обманет самих иудеев. Помните, что при взятии Иерусалима крестоносцами все евреи были согнаны в синагогу и сожжены. Странно. Это сделали те, кто были, по сути дела, посланы мудрецами из школы Раши. Странно, но только на первый взгляд. Будучи предтечей Антихриста, Готфруа Бульенский цинично утолил ненависть рядовых крестоносцев к евреям. Точно так же поступит, согласно православному пророчеству, и сам Машиах. Помните, восстав на отца своего Давида, Авессалом запутался в ветвях дуба своими космами, космами мыслями, запутался и погиб. Такая же участь ждет и восставших на Отца Небесного лжепотомков мировингов.